Приветствую, зритель! Ты на канале Блаженный Люциферушка, и мы продолжаем страдать в игрушку под названием Salt and Century. И я примерно вот здесь остановился, докачал, кстати, за кадром косу до 7 уровня. Ну, сейчас добегу до туда, где мы были. Бегали мы, значит, в разрушенном храме, исследовали все, что тут есть, и все, чего тут нету. А есть здесь разные арахниды. И вот такие вот неприятные личности тоже есть. Показал, что можно вверх еще пойти. Но нельзя. Так, стоять. Ай. Куда-то нас тут ведут. Понятно, куда. Но здесь есть нут. Конечно же, это мимик. Конечно же. Туника гида, перчатки гида, рыбки гида. В общем, какого-то гида здесь явно раздели. И где я? В этой пещере. А, ну понял. Это переход между куполом забытых и, кажется, зиккуратом. Но это не точно. Нам явно не сюда. Стой! Он отрывает руки и бьет меня руками. Вот это да. А, ну куда ж без вас? Да, с прокачкой моя коса явно стала немного лучше. Так. Ага. Где это? Ух ты! Чё ты? Не надо так это со мной делать. Он меня грыз, что ли? Фу-фу-фу! Антисанитария, коронавирус, вот это все. Да прекрати. Чё тут? Кольцо с кровоцветом. Увеличивать силу атаки. Посмотреть на сколько. На 7. Я так понимаю, не сюда, да? Или не сюда? Такие запутанные вот эти вот. Так, стой. Не сюда, ладно. Она сошла. Так больно бить. Не, это походу явно какой-то переход куда-то, куда мне надо. Пойдем, да проходим, что там. Так, в ту сторону. О, кстати, привет. В ту сторону был босс.
Мы его победили. Ронин Кран. Следовательно, мы не ходили только вверх в эту сторону, туда. Какие? Крадутся они. Еще какой-то переход куда-то. Без шансов, чуваки. Так, а там нет ничего? Прям вот пустое такое место и все. Нет, я понял. Что за места вообще? Ух ты. Закутанное кольцо. Так, ну это явно проход к... Так, усилию защиту от святой магии. Тут никто не бьет святой магии. Проход в... Как они там? Пыточную, короче, место. Не помню, как она там называется. Мелкие поганые карлики. О, я вижу. Где? А, это я по кругу обошел. Окей. Так, значит, ух ты. Жух, жух. А вот я и взял эту штуку. Громовой стручок какой-то. Так, ну по итогу что? Оттуда мы пришли, туда, значит, единственный путь. Да, все-таки скорость реально увеличилась. Я там кого-то вижу. Я пока не понял, кто там такой. Но проверять не хочется. Камон, иди сюда. Это барышня. Угу. Туда и еще наверх. Ой. Ой. Что ж я так опасно? Скачу. Еще наверху что-то было. Это вниз. Туда, куда надо, или туда, куда не надо? А, я понял, где это. Это мы зашли с той стороны, где я не мог допрыгнуть. Вот там. После Ронина Крана. Горстом, ух ты, ух ты. Горстом алмазов, это круто. Она позволит выковать новую косу. Я сейчас где? Ясно, это какой-то срез. Мне надо 30 тысяч соли, чтобы выкопать косу. Так, ну да, вниз получается единственный ход. Тут чего-то, и там чего-то, и там чего-то, везде чего-то. Что за люди? Что так много развилок? Это мы не захватывали новое святилище. Так, а давай-ка сюда. Ну, нету алхимика, ну тогда гида. Идем, чувак, сходим.
куда-нибудь, где есть алхимия. Например, сюда. Я покажу, что теперь можно сделать, собственно, из косы. Кстати, так чисто по фану сделал я такую косу. Еще вот такую, такое копье сделал. Тоже по приколу. Так, ничего интересного. Вот что. Ну, Лекс. Не, ну я не хочу. Это то же самое, да? То же самое. Значит, получается только с косы, да? Что это? Огромная ржавая ложка. Пепел топливницы. Не хочу. Ух ты. 12. Ух ты, хороший у него скилл. Ну то есть большая часть моей ловкости и силы будет вложена в урон. Вот эти вот буквы C, D, A. То есть S вроде бы это самое лучшее. Не C, а именно S. После него идет A, B, C, D, E. То есть D это хуже, чем C, A. E это еще хуже, чем D. Вот это неплохо. Небольшой выбор. Ну ладно, остановимся на том, что есть. Разрушенный храм. Так, что-то я не понял. Там еще какой-то ход. Куда это? Спрайт. Ну там что-то еще. Как бы так вот залезть? Ну ладно, верю. Вы любите за текстурами прятаться, типа я не ходил. Так, вверх и вниз. Не понял? Зачем? Непонятно. Какой-то уступ, который никуда не ведет. О, босс. Пошли бить колотить босса. Или он жаждущий. Ау. Да не пуляйся ты так. Ой. Какая у него жизнь? Здорово. Вот это мне накидывают. Да вы фаер-маги, блин. Говорил же, магия запрещена в них Хогвартсе, не? Ауч. Есть подозрение, что ему на благословление немножко пофиг. О, чудит-то как. Блин, как их тяжело контролировать всех, ай. Так, что ж делать-то?
Как же так побеждать? Один стреляет, другой качет топором как не в себя. Как-то надо под ними стоять. Нет. Да ну не надо так делать. Больно-то как. Вот так я его на полжизни уже раздамажил. А этот пошел стрелять, да? Да, конечно. Ау, ау. Да, теперь не твое будет стрелять, нет? Куда-то второй делся, братец. Кролик. О, вон он. Да что ты такой меткий? Блин. Это было ожидаемо. Так, спецназ. Надо его наказать. Но как это сделать? Пробуем вот это и... А что мне надо? Пробовать тьмой убить. Ну и это что было? Жаждущий. Версия 2. Да, туда уж валяй. Ой, сейчас они двое добудут. Чуть-чуть, помаленьку, никуда не торопясь, сейчас будем его бить. Не-не-не-не-не-не, вот мне вообще не нравится, когда ты кидаешься. Совсем. Так, попробуем молнией. Ух ты, как мне прилетело. Да что ты такие вы меткие-то? Их сразу хвататься за свой топорчик. Положи его, оставь в покое. Пусть лежит. Хана, да, хана. О, ну это уже такие, ничего так, ребята. Как трудно их контролировать обоих. И тот пошел стрелять, да? Ау. Ау. Вот это самое неприятное. Да блин. Так, точно, межколечко было от Святой Магии, по-любому они именно ей стреляют. Прям в табло, все, в щи прям раздавали. Да не надо ж так! Третий флиф? О, я даже не забрал свою соль оттуда. Так, огонь. Броня. И кидаем психонавкой. Ну, вообще.
такое? Ой, как они больно режут. Где ты там стреляешь? Прятался же, еще не видно, откуда он там сейчас стрелять будет. Спустись пониже, а, чувак. Не видно ж тебя. О, значит, тут это надо мной, я понял. Так. Туда вот, стреляйте туда. Стреляй. Ну ладно, так тоже пойдет. Так, я пока передохну, сделаю бронь. И куда ты его зафиндилил? Мужчина вменяемый, нет? Так, этот пошел меня смотреть, да? Блин. А как его бить? Один стреляет, другой лупит. Правильно, двумя штуками в лоб получить. Вот оно мне надо. Положи топор. А ты даже и не пытайся стрелять. Что там такое? Ага. Один только отстрелялся, второй начнет стрелять. О, вот вдвоем лупим. Правильно, весело. Да вы никак смерти моей желаете. Даже на полжизни еще не раз фигаешь. Тихо. Чуть-чуть прибавляет. Ау. Да ты все равно ж попадет топорчиком своим. Говорит, топор имба. Все, кто с топором, это жесть. Что рыцарь тот с топором был, что эти мудилы. Достал. Не надо меня стрелять. А ты угомоняйся, положи свою игрушку. Блин, не на меня положи. Просто положи. Да блин. Да, лучше вот топором получи, чем этой пулькой. Вангую сейчас кто-то сольется. Где он? Вот как это от этого мансить? Да быстрее ты жри это все. Этот начнет гулять, этот встанет.
это вообще какой-то детский урон 64. Туда стреляй, да. И ты туда же стреляй. Ну почти же. Не-не-не-не-не. Есть! Мутни какие! Было жестко. Пепел сразу что выдали. Ничего. Чародея, куртка чародея и звездное пламя. Ну, здравствуй. Мы нашли его, разрушенный храм. Он был построен на севере, как свидетельство силы людей, но он был поврежден жадностью и чем-то еще. Горный кузнец мог изгнать богов, но безбожные земли не защищены от демонов. Я нашел этот альков по ряду маленьких указателей, каждый из которых хранит в себе инструкцию на мертвом языке Тристини. Я нашел здесь одежду, как у меня. Возможно, у меня есть тень, которая оставляет мне послание, носит мою одежду. С тех пор, как ты сразил короля, я жажду приключений больше, чем чего-либо еще. Но сейчас мне кажется, что я понимаю, что эта сила здесь. Меня переполняет страх. Я хочу повторить свой путь. Возможно, ответ все-таки найдется. Ага. Возможно. Так, а там нету каких секретных посохов и так далее. У меня кончились бутылочки. И не только бутылочки. Так, это убрать, вместо этого поставить это, вместо этого поставить. На путь отступления, мало ли. Слышишь? Опа, привет. Я встретил здесь простую женщину из Кулкас. Она хотела знать, в чем смысл всего этого. Как она могла этого не знать? Это же просто. Мы должны двигаться к своей цели. Мы должны изучать, исследовать, добиваться успеха. Мы должны выжить. Она была поглощена зверьем. Знаешь, что меня интересовало с 13 лет? Бои с разбойниками, негодяями, путешествия по неизведанным пещерам. В моем сердце никогда не бывает такого покоя, как я нахожу себе приключения. Думаю, я пойду в лес неподалеку. Это темное место, и в нем полно удивительных существ и жутких мертвецов. Но, друг мой, ты уже знаешь, что я смеюсь в лицо опасности. Иногда лучшее, что можно сделать, просто слушать. Не. Ну, не, погоди. Совсем нет подлечий. Дайте какую-нибудь ран, нет? Озеро Сиама. Отлично. Только посмотри, как далеко мы продвинулись. Я провел на острове очень много времени. Воздух, соленое море. Все это держит меня, как древние корни. И оказался я тут в результате кораблекрушения, как и ты. Так много пострадавших моряков, так много кровавых обломков, кровавые обломки, хранящие одну общую тайну. Всех вас предали, тебя в том числе. Я видел рабов и шлюх, маскирующихся под дворем.
Я видел солдат и моряков, потерпевших крушение на том же корабле, с разными мнениями о том, что это была за миссия. Вы печальные, отчаянные странники. Знаете, кем вы были преданы и почему? Вы должны найти принцессу, или я ошибаюсь? Мы скоро увидимся снова. Так. Еще одно святилище. Где бы мне добыть 6000 соли еще? Туда сходить. Так, наверху я везде был, сверху я пришел. Значит. Мне только там, где озеро, и сюда. Здесь никак ничего нигде. Ну ладно, не так. Так, блин. Ну и как-то зацепиться надо было. Это да. Амулет храмовника. Что такое? Добавляет урон святой магии к атакам. Ну ладно. Ау. Так, туда еще ход, если туда. Пойдем посмотрим, что там. Озеро Сиама. Вот тут еще тут можно. Не открывается. Горсть стал. Еще одна горсть алмаза. Каменный гид. Какой-то лаз. Серая жемчужина и закрытая нечто. Вот здесь внизу находится секретное святилище. Я думаю, пойдем сходим. Как раз я вам покажу, что это такое. Мне нужно вернуться куда-нибудь. Так, теперь мне нужно отправиться какое-то одиночное святилище. Проход храна, может. В общем, это святилище, куда мы сейчас пойдем. Да, оно мне больше всего не нравится. Такие золотые морды, да. А под низом гни, как я понял. Так, теперь мне надо поставить это. И поставить вот это. Видите, появилась надпись «Аскерит святилище». Так и сделаем. Аскерит святилище. Не понял. Кровавое писание. Кстати. А раз теперь у меня нет святилища, то я могу показать и секретного торговца тоже. Это будет несколько сложнее. Просто 24 тысячи соли. Знаю. Пожалуй, нет. Вместо этого пойдем. Я вам покажу секретного этого. Его самого. Так, небо. Куда-нибудь.
Есть алхимик. Может, глядишь, 6 тысяч как-нибудь насобираем. Просто там 30 тысяч нужно на косу. На точку кису. Еще такие маленькие суммы. Еще 3 тысячи надо. Так, где я могу это сделать? В затонувшей крепости там довольно много таких на чужих похожих типусов, и они дают довольно много соли. Что, 264, что так мало? Больше же давай. Да. Ладно. Двадцать восемь, ну, в принципе, почти. Попал, да? Какой? 29-100. Ну и финалочка, сейчас еще эти поработим. Буду не хватит. Да ладно. Двести двадцать. Ну еще чуть-чуть. И где тут? В аккурате там слева был монстр, кого можно будешь по пути убить. Уха, ну вот это. Так, теперь мне надо болото. К алхимику. Произвести, да, вот моей именно косы. Вот в эту косу она будет 6 уровня. Это очень даже уровень. Все. Теперь я смир. Официально. Да, она довольно быстро. А теперь идем в озеро Сиама. Там вроде бы сюда направо. Осквернять чужое святилище нужно было, чтобы дали страницу. Описание такое. Эту страничку у нас сейчас попросит тот типус. Видите, куда вода падает, туда и надо прыгать. Но все равно мы немного разбиваемся. Ну как немного? Отлично. Пожалуй, все-таки выпьем. Занувший медальон. Чего у вас тут так темно? У тебя есть метка? Да, есть. Хорошо. После того, как ты попробовал, остался недоволен, нужно совершить последнее предательство, осквернить святое место, которое заботилось о тебе. Но ты не можешь, не так ли? И именно поэтому ты искал нашу помощь. Со мной находится святилище предатель. Я задам тебе один вопрос. Принесешь ли ты ему кровавую клятву? И вот здесь у нас есть два варианта. Если мы ответим нет, он больше никогда не спросит этого. Поэтому я скажу да, он даст мне ключ. Я доволен? Вот символ нашей темной веры. А это ключ от двери за мной. Возроди наше святилище. Разнеси нашу злобу по этому острову. Разнесу, обязательно. Есть! Утонувший фолиант. Ну? Эй! Можно уже прыгать, нет? Вообще ничего не видно. Почему нельзя к факелам кидануть его?
Сейчас пойдемте покажу святилище. Вот как его убранство выглядит. Вообще идем по чьему-то позвоночнику. Здесь есть маг. И в том, что у этого мага есть уникальные заклинания. Но я их не могу выучить. Но они есть. Темный рой. Это самонаводящаяся такая штука. А так это стандартный маг. Ну, мне не особо нужен. Теперь нужно будет где-то мне искать много-много соли. Потому что я как бы передал веру. Думаю, это делать уже будем в следующей серии. А на этом, если понравилось, ставь лайк, подписывайся на канал и жмякай в колокольчик. Пока-пока. Всего хорошего.